Прекрасный источник энергии, витаминов и просто вкусное лакомство – мед. Им можно даже обогатить свой рацион во время строгого поста. О целебных свойствах этого продукта смотрите в следующем материале выпуска. Лекарство от всех болезней. Так можно сказать о меде. В Древнем Китае считали, что мед помогает оздоровить все внутренние органы, сохранить молодость, продлить жизнь. В старину он входил во многие рецепты и считался одним из самых лучших лекарств. И не случайно, ведь в мед входит целый ряд ферментов, которые стимулируют пищеварительные процессы и улучшают обмен веществ. На ярмарке меда, которая недавно открылась в Славянске на Кубани, представлено более 20 элитных сортов этого природного продукта. Каждый сорт по-своему уникален. Мы к вам приехали из разных регионов на ежегодную выставку меда. Здесь представлено более 20 видов сортов меда. Разнообразные. Алтай, Башкирия, из разных мест. Мед всегда являлся именно как лечением, лакомством. Всегда испокон веков именно был самым первым на столе к чаю, при простудах. Мед это действительно универсальное для при простудах, бронхитах, ангинах. Например, вот такая вот башкирская липа – это элитные сорта меда. Мед, который раньше продавали в фирменных жестяных баночках с мишками. Это мед, который сейчас выставляют за рубежом как элиту России. Нам есть чем гордиться. Именно этот мед выставляют как нашу элиту. Золотистый, белый, розовый и почти черный. Каждый со своим неповторимым вкусом и лечебными свойствами. Выбор меда на ярмарке отличается своим разнообразием. Проходит она в нашем городе каждый год. И некоторые славянцы уже успели убедиться в качестве, вкусе и пользе продукции, представленной на выставке. Мед – сказка просто. И даже теряешься, что выбрать лучше. Первое. Вон, сколько палочек, и потерялась, какой взять даже. Очень вкусно, и не первый год беру, и прихожу все время. Мед башкирский – это один из лучших мед в России. Не в России, а в мире. Он даже котируется на международных выставках. Так что мед, дай бог им здоровья, благополучия. Кроме этого, на ярмарке можно купить продукты пчеловодства – маточное и трутневое молочко, пергу, пыльцу, прополис. Ярмарка будет работать до 29 ноября с 8 утра до 5 часов вечера. Торговые ряды с медом расположены на улице Набережной рядом с торговым домом быта. Не упустите шанс приобрести полезный и качественный продукт для себя и всей семьи. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».